В эфире служба новостей «Саров-24» в студии Анна Пилипец. Здравствуйте, смотрите сегодня в выпуске. Любви, цветов и улыбок, что пожелали саровчанкам мужчины. Воплощение эстетики и грации, как проходят рабочие будни саровских тренеров по художественной гимнастике. Для любимых мам в канун 8 марта папа и сыновья стали участниками проекта «Читаем вслух». Далее расскажем обо всем подробно. Раньше Международный женский день считался не столько праздником, сколько днем, в который женщины могут привлечь внимание общественности к своим проблемам по всему миру. По современным традициям, в день 8 марта поздравляют всех женщин, независимо от возраста, национальности, политической ориентированности и прочих различий. Дорогие, любимые наши женщины, позвольте в такой замечательный Международный день женский, который мы очень любим, праздник весны, солнца, тепла, поздравить вас с этим праздником и пожелать только одного – красоты, здоровья, огромной любви, чтобы мы носили вас только на руках, на своих мужественных руках, дарили вам самые лучшие подарки, вас любили, обожали и говорили вам только хорошие слова и самые заветные, которые вы хотели бы услышать от нас или слышать каждый день. А, конечно, это, вот с моей точки зрения, это одно слово – «Я тебя люблю». С праздником, дорогие женщины! Мне очень нравится простое стихотворение Вероники Тушновой с очень мудрым пожеланием, к которому присоединяюсь не только я, но, наверное, смогут присоединиться и все мужчины нашего города. Итак, загляденье была соседка, сероглазая, с нежной кожей, останавливались нередко и смотрели ей вслед прохожие. А потом она постарела, потеряла все, что имела. Стала старой старухой грузной из вчерашней девчонки хрупкой. А старик и смешно, и грустно все гордится своей голубкой. Как была, говорит, красавицей, так красавицей и осталась. Люди слушают, усмехаются, дескать, вовсе ослеп под старость. Если бы вы совета спросили, я бы дал вам один единственный. Не желайте быть самой красивой, пожелайте быть самой любимой. И поэтому я желаю всем девушкам и женщинам нашего города быть самыми любимыми на свете. Дорогие женщины, примите мои искренние поздравления с таким весенним, наполненным самыми позитивными эмоциями праздником – Международным женским днем. С первых лет жизни нас окружает женская любовь. Она делает нас сильнее, дает уверенности в своих силах и вдохновляет на новые свершения. Наши мамы, бабушки, сестры, дочери и внучки, вы обладаете неиссякаемым терпением, мудростью, интуицией и надежностью. Храните семейный очаг, воспитываете детей, добивайтесь успехов в профессиональной и общественной деятельности. Нередко на ваши плечи ложатся совсем не женские заботы, и вы с ними достойно справляетесь. И пусть за окном лежат сугробы, ваши сердца и улыбки, подобно теплому весеннему солнцу, с каждым мгновением приближают эту волшебную пору. Я желаю вам счастья, здоровья, моря цветов и солнечного настроения. С праздником! Дорогие женщины, поздравляю вас с 8 марта. Желаю вам счастья, здоровья, улыбок, радости, тепла. Уважаемые женщины, в честь праздника 8 марта, Международного женского дня, поздравляю вас с праздником. Желаю вам самое главное – крепкого здоровья, здоровья вашим близким, удачи, успехов и чистого неба над головой. Наступил самый весенний, красивый и нежный праздник, день, когда все женщины ждут теплых слов и поздравлений. Наша съемочная группа отправилась на улицы города, чтобы узнать, что пожелают мужчины прекрасным саровчанкам. Дорогие дамы, вот и наступило 8 марта. А это значит, что в этот день принято получать подарки и поздравления. Так пойдемте их и соберем. Поздравляю всех дам с 8 марта. Желаю быть всегда красивыми, прекрасными, радоваться жизни. Поздравляю всех женщин с 8 марта. Желаю, чтобы вы оставались такими же красивыми и всегда было хорошее настроение у вас. Денег, счастья и удачи. Здоровья. Я поздравляю всех женщин с 8 марта. Это очень грандиозный день для женщин. Я очень люблю своих маму, бабушку. И я их тоже поздравляю с 8
ну, с этим грандиозным днем. Желаю счастья, здоровья, богатства, хорошего мужа. Всех женщин поздравляю с 8 марта. Желаю всего самого лучшего, счастья, любви, здоровья. Ну, желаю счастья, здоровья, любви и всего прочего, всего хорошего. Ну, и главное, отличных выходных. Счастья, здоровья, главное. Хорошие погоны над головой. Поздравляем всех женщин, бабушек с 8 марта. Да, желаем здоровья, проведения хорошего счастья, праздника этого весеннего. И желаем, да, удачи и всего хорошего. А вы чего пожелаете? Главное здоровье. С праздником. Всего самого хорошего и замечательного. Будьте красивыми, счастливыми, здоровыми, богатыми, успешными. Сохраните все, что есть, и приобретите то, чего нет. Удачи! Поздравляю свою маму с 8 марта, а также свою бабушку. Мама у меня очень прекрасная, красивая женщина, бабушка тоже. А давай всем женщинам что-нибудь пожелаем. Желаю всем женщинам, чтобы у них было очень много денег, хорошая машина, как всегда, удача. И счастливой жизни. Дорогие женщины, мы поздравляем вас с 8 марта. Желаем вам счастья, здоровья, любви, благополучия. Цените себя и побольше улыбайтесь. С праздником! Для любимых мам во Дворце детского творчества в преддверии 8 марта прошла очередная встреча в рамках проекта «Читаем вслух». Ее участниками стали папа и сыновья. Они прочитали отрывки из произведений советских и российских классиков. Четвертый раз накануне 8 марта во Дворец детского творчества пришли папа с сыновьями, чтобы почитать вслух. Веселые, лиричные, немного грустные патриотические рассказы, сказки и притчи, наполненные теплыми словами любви, прозвучали для самых прекрасных женщин на земле – матерей. Важный момент, что первый раз мы использовали при чтении вслух произведения саровских авторов. Это Павла Тужилкина и его дочери Юлии. И мне показалось, что очень хорошо прозвучали эти рассказы. Их слушали так с улыбкой на лице. Это важный момент. Хотя было темно, я знал, что там происходит. Полька опять куда-нибудь залезла. Мама опять обо что-нибудь столкнулась и упала. А папа нервничал и искал Полинку и маму. В этот раз в чтениях вслух приняли участие ученики Центра образования 2-й гимназии 15-го лицея и других школ города. Для многих из тех, кто был в зале, проект уже знаком. Они вкусили вот это вот ощущение сопричастности и к литературе, и к творчеству, и к реальной жизни, когда они могут, пусть чужими, но добрыми словами сказать своим близким женщинам о своей любви. Следующая встреча в рамках проекта пройдет 10 марта. Первоклассники прочитают вслух отрывки из книги Корнея Чуковского «От двух до пяти». Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Педагог Дворца детского творчества Галина Котова – единственный саровский мастер, который работает в технике дивеевской глиняной игрушки. Работы руководителя объединения «Керамика» вошли в каталог 9-й всероссийской выставки конкурса «Гончары России». Это дивеевская глиняная игрушка. Мы работаем с детьми. А уникальность – это в дивеевской глине. Три цвета глины мы всегда используем. На любых выставках работы в технике дивеевской глиняной игрушки всегда узнаваемы различные зверюшки, домики, персонажи книг, одиночные работы или целые композиции. Экспонаты отличает особенная цветовая палитра в приятных бежевых оттенках. Галина Котова – единственный мастер в Сарове, который работает в этой уникальной технике. Дивеевская игрушка очень узнаваемая, потому что в этой технике никто не работает. Из-за чего? Потому что только здесь, в Череватове, есть вот эта белая уникальная глина, желтая, терракотовая. Она именно после обжига, у нее получается такой очень красивый оттенок. Галина Котова случайно попала в Дивеевский музей глиняной игрушки. Там ее поразили большие композиции в интересном и новом стиле. С того момента Галина Борисовна стала ездить на занятия к самому мастеру дивеевской игрушки и за 4 года освоила эту технику. После ряда городских выставок Галину Котову пригласили преподавать мастерство глины во Дворец детского творчества. У меня есть образование художника, но я никогда не занималась глиной. Просто, видимо, весь потенциал, который во мне накапливался, вот я сейчас все отдаю детям. Я настолько вниклась в эту работу, мне так нравится работать с детьми, вот,
сам позитив от детей идет. Работы Галины Котовой саровский зритель мог увидеть на выставках в Доме ученых, художественной галерее. Не раз педагог проводила и мастер-классы к праздникам в школах города. В прошлом году Галина Борисовна в составе делегации Нижегородской области побывала в Твери на всероссийской выставке-конкурсе «Гончары России», где показала свою композицию «Глиняная песня». Когда мы привозим свои работы на выставку, наши работы всегда узнаваемые. Мы очень часто делаем композиции по каким-то произведениям, сказкам, мультфильмам. В этот раз я предоставила работы по произведению Агнии Барто. Это «Зайку бросила хозяйка», «Я люблю свою лошадку». Они, конечно, интересные получаются в дивеевской технике. В выставке приняли участие более 300 мастеров из 30 регионов России. Лучшие творческие работы отобрали для экспозиции в Тверском выставочном зале, в том числе и дивеевскую игрушку. Также глиняное творчество Галины Котовой вошло в каталог «Гончары России». Светлана Юрунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Художественная гимнастика – один из самых женственных, грациозных и красивых видов спорта. Саровские гимнастки неоднократно становились призерами и победителями соревнований различного уровня. И за победами девушек стоят их тренеры. О своих рабочих буднях тренеры Икара по художественной гимнастике рассказали нашей съемочной группе. Подробности далее. Путь в художественную гимнастику для Ксении Кузнецовой определили родители. Спустя 10 лет свою спортивную карьеру девушка закончила из-за травмы. После этого она ушла в тренерскую деятельность и уже на протяжении 3 лет работает в спортивной школе ИКАР. Ксения уверена, что художественная гимнастика помогает девочкам еще совсем юного возраста развивать красоту и изящность движений, гибкость и грацию. У нас есть определенные направления. То есть мы занимаемся хореографией, у нас есть танцевальные дорожки упражнения, что тоже развивает женственность. Мы с ними и танцуем, и в принципе с самого детства развиваем это. Те осанка, и как многие говорят, что походка сразу видно. Это да, это присутствует и у всех девочек, которые занимаются долгое время. В художественной гимнастике все работает на красоту. Движения, предметы, спортивные элементы, красочные купальники. Окруженные этим с самого детства, девочки вырабатывают в себе чувство прекрасного. А за счет всего этого у девочек появляется чувство вкуса и в одежде, и во внешности. И, конечно, это подача себя в движениях. И как раз-таки и в жизни это тоже очень может пригодиться. Сейчас новые правила и вводятся как раз-таки больше красоты, больше танцевальных каких-то движений. Екатерина Колганова пришла в художественную гимнастику достаточно поздно, в 8 лет, потому что до этого занималась танцами. После окончания спортивной карьеры Екатерине посоветовали попробовать себя в работе с детьми. Сейчас, будучи тренером, Екатерина вырабатывает свой метод воспитательной работы. Она стремится быть для девочек не только строгим наставником, но и товарищем. Ведь девочка девочку всегда поймет, как никто другой. Хочется дружеских отношений, но и, конечно, чтобы не терялся авторитет тренера. Поэтому я стремлюсь к этому, к дружеским отношениям. Но на самом деле гимнастки, которые, например, у нас уже закончили, мы с ними встречаемся. Некоторые у нас уже работают, поэтому я считаю это достижение как раз-таки дружеских отношений. Одна из главных отличительных особенностей художественной гимнастики – это сочетание недюжинной выдержки, силы характера с женственностью, нежностью и легкостью. Конечно, юным спортсменкам это не дается легко, но, наверное, такая характеристика этого вида спорта как нельзя лучше отражает сущность прекрасной половины человечества. Я поздравляю всех девушек и женщин с Международным женским днем, с 8 марта. Желаю вам легкости, красоты, любви и гармонии. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.